Сегодня вашему вниманию будет предложена встреча между двумя командами с Дальнего Востока. Если... Дмитрий Воробьев устремляется к шайбе. К шайбе выводит ее по бортику. И вот может получиться опасный выход. 2 в 1. Нет, не получается. Зато вот сейчас интересный, хороший момент. И Пьянов выскакивал на пятачок и наносил опасный бросок. И вот еще один момент у Пьянова. Выбрался он из угла площадки после борьбы 2. Неплохо ходит шайба у игроков Амура. Вот уже Руденков забрасывает шайбу. Руденков все здорово сделал он в этой ситуации. Получил передачу от защитника. Посмотрел, выкатился и бросил мощно верхний. Рукой передать им, ворот не было. Гол. Все было правильно, вопросов никаких. Нет. Горшков. Опасный момент. На месте Серебряков справляется с броском Горшкова. Поперечная передача на Воробьева. Шенин. И забрасывает шайбу Амур. Удается им отличиться в формате 5 на 3. Не получилось, не получилось вывести на бросок у Шенина. Зато с другой стороны получилось вывести на бросок Томаша Закорну. Практически ничего не позволяет сделать в атаке адмиралу. Черников. Передача на Дьякова. Любит Дьяков ходить вперед. Помним мы эту шайбу. И забрасывает шайбу к Сергею Коньков. Немного нелогичным получился этот гол. Набрасывал Коньков от правого бортика шайбу на пятачок, на набегавшего Дьякова. Который... Шайба Бутузова. Удалось перехватить передачу. Горшков входит в зону по правому флангу. Бросок. Будет добивание? Будет добивание, но не попадает в створ. Горшков все здорово сделал Александр. Набросил на ворота и первым успел к шайбе. Правда, не попал. В большинстве будет играть Амур. Передача на Корягина. Бросок на подставление. Пинов. Закорна. Ну, надо бросать. Надо рисковать. Не стал бросать Закорна. Все сделал прекрасно. Выдержал великолепную паузу и забрасывает Горшков. 3-1. Амур впереди. Да, формально эта шайба была заброшена уже в формате 5 на 5, но... Ну, чуть активнее адмирал выглядит в последние минуты. Больше контролирует шайбы. Коньков выбирается из-за ворот. Коньков выскакивает на пятачок и практически завозит шайбу, но Аликин не позволяет Конькову этого сделать. Все здорово сделал Коньков. Увидел, что есть 4 секунды перейти после появления на площадке удаленного Валуйска. То есть практически тоже в большинстве, да, не успел Валуйский занять свою привычную позицию. Момент! Проходит передача из ворот на Корягина. Еще момент! И на этот раз Горшков дважды справляется с бросками Серебряков, с бросками в упор. Шикарные позиции были и у Корягина, и у Горшкова. Встречают соперника они очень высоко. И вот овладевают шайбой. Пинов. Бросок. И опять Серебряков на месте. Выход 2 в 1 был догоняющим. Пинов решил все сделать сам. Хотя был у него по правую руку открывающийся Горшков. Еще один бросок. Но очень компактно, как я уже говорил, действует хоккеист Амура на собственном пятачке. Либо ловит на себя отскоки. И вот момент. У Бутузова проходит одна из немногочисленных передач на пятачок из-за ворота. Бутузов имел шикарную возможность для того, чтобы сократить разрыв в счете. Но... Мищенко. Не бросают пока игроки адмирала по воротам. А надо бы. 15 секунд всего остается до завершения третьего периода. Мищенко. И вот бросок. И вновь блокирует его Ян Поларш. Ну, после рикошета шайбу не без проблем забирает Аликин.